Жизнь горцев, как и всех людей, полна событиями. Одни из них легко забываются, другие остаются в памяти на долгие годы. В основу повести, которую мы вам сейчас поведаем, легло событие, случившееся в одном из дагестанских аулов в начале 30-х годов. Нашлась пропажа? Нашлась. Вечером принесу молоко твоей ханум. Пошла, проклятая! Меседу, не отставай! Бабушка, почему мама осталась дома? Если у вас появится маленький брат, вы его будете любить? Будем. Ну вот, и хорошо. Ганджибек дома? Нет. Передай ему, если ханум и на этот раз не родит мне сына, я не оставлю ее у себя. Хватит с меня дочерей. И так люди надо мной смеются. Что же нам делать? Не знаю. Мое дело предупредить. Папа, покатай! Идем. Аминат, отведи девочек. Я сейчас приду. Именем пророка Магомета, о, Аллах, помоги мне нагадать правду. А, Нуржан, это ты? Что с тобой? Башир поклялся прогнать ханум, если она опять родит девочку. Разве ханум в этом виновата? Не пожалею ничего, ни жизни, ни денег. Только бы у нее был сын. Дорогая Нуржан, если бы это зависело от денег, вряд ли мы с тобой увидели бы свет. Айшат, идем скорее. Гурия отражать собирается, а у них никого нет. Касум уехал за доктором и все еще не вернулся. Гурият? Меня уже вызвали? Так они же соседи. Через окошко за руку здороваются. Хорошо, Сувар. Беги, согрей воду, я сейчас приду. Ведь ты же обещала к нам. Аллах услышал твою молитву. Еще не было случая, когда две женщины вместе рожали, и у обеих рождались дочери. Одна из них родит сына. Ты что задумала? Ты хочешь... Шш! Иди. Такой случай больше не представится. Ой... Ну? Что вы там шепчетесь?
скажи, кто у меня? У тебя, дорогая Гурият, луноподобная дочь, Зейнаб. Я ждала сына. Да простит нас Аллах. Опять родила девочку. Откуда ты узнала? Я принесла ей молоко, а она... Она не могла родить девочку. Я ж своими руками принимала. Тебя попутал шайтан. У моей дочери сын. Понимаешь, сын? Машир обещал золотое кольцо тому, кто первый сообщит ему о рождении сына. Спеши получить его. Но ведь родилась дочь. Я ж сама принимала. Я тебе говорю, сын. Или ты не хочешь получить кольцо? Нуржан, это я, Мусли. Сама вижу, что не ангел. Родилась девочка. Сын, дорогая, сын. Сын? Может быть, сын. Не знаю, не знаю. Беги, беги скорее, Баширу Чабанов. А вдруг мы опоздали? Надо было раньше меня вызвать. Что случилось? Касум, у нас дочь. Нос-то мой. Твой, твой. Да, мы опоздали. Слышали? Сегодня ночью Ханум родила сына. Что да ну! Сегодня ночью Ханум родила сына. Слава Аллаху! Наконец-то! Где Башир? Thank you.
Неужели бы ты оставил ханум, если... Дорогой Гаджибе, я дважды кинжала не вынимаю. Пей! Твоя дочь родила счастье. Теперь ты уверена, что сын? Угу. Жафар! Напрасно ждешь, Касум. Не придут. Я найду других гостей. Касум! Люди добрые, приглашаю вас отпраздновать рождение моей дочери. Будьте моими гостями. Куда же? Куда же? Или не хотите выпить вина, откушать синкал? О, Касум, спасибо, что пришел. Заходи, гостем будешь. Друзья, Касум пришел. Вина ему! Самый лучший шашлык! Салам алейкум! Ва алейкум ассалам, Касум! Выпей, Касум, со мной! Раздели мою радость! С удовольствием, Башир! Я хочу, чтобы ты и твои гости также разделили и мою радость. Я сегодня праздную рождение дочери. А разве Адат позволяет праздновать рождение дочери, а? Ты думаешь, на таком празднике вино застрянет в глотке? Пока я здесь, тамада, никому не позволю нарушить Адат. Я разделю твою радость, Касум. Не смей, Дрис. Может, еще кто с нами? Ну что ж, простите, что помешал вашему веселью. Идрис брезгает твоим гостеприимством. Отомсти. Айшат наворожила имя. Ну! Джафар ему имя. Джафар? Джафар. Джафар. Хорошее имя. Вот он, мой сын Джафар. Пусти. Музыка!
Проводи меня домой. Эй. Омар, и ты не разделишь мою радость. Видишь ли, командир, обычай есть обычай. Прости меня. А еще однополчане. На нить моей жизни. Береги нашу тайну до могилы. Клянусь Аллахом. Открой сундук и выбери себе платье. Спасибо, Нуржан. Спасибо. Ой, сколько у тебя платьев! Я, пожалуй, возьму вот это. А может, лучше то? Нет, я возьму вот это вот. Нуржан, что с тобой? Нуржан! Она только что со мной разговаривала.
воровка. Воспользовалась случаем. Видит Аллах, я не воровка. Воровка? Нет. Это ты ее отравила? Ты! Нет! Нет! О! Стой, ведьма! Стой! Стой! Стой, ведьма! Стой! Стой! Ведьма, стой! Что случилось, Гаджибе? Хайшат отравила мою жену! Хайшат отравила Нуржан! Что же вы наделали, люди? Тревожной ночи прошло много лет. Время, как лихой всадник, скачет, сменяя черную бурку ночи на светлый бешмет дня, преобразуя жизнь
подобно горному потоку, что стирает грани прибрежных камней. Вы к нам? Не. Зайнаб! Джафар, почему ты здесь? Закончил курсы. Теперь я чабан. О-о-о. Можно я тебя провожу? Проводи. Этот парень таскается за ней, как привязанный. Ну что ж. Придется отвязать. Он на тебя смотрит. Ну и пусть смотрит. А вдруг она не поднимет? Здравствуй, Зайнаб. Здравствуй. Что такая невеселая, а?
Ничего. Она его еще поднимет. Он теперь не отстанет. Какой наглец! Что же ты смотришь? Тебя не укусили, бабушка? Нет, нет. Спасибо. Как тебя зовут? Джафар. Сын Башира. Башира? Кто это? Не знаю. Не знаю. Что же ты будешь делать у нас? Работать в колхозе. Скажи мне, добрая женщина, греет ли солнце человека по имени Гаджибек? Гаджибек? Давно я снимала мерку с него для савана. А кто же продолжает его род? Джафар, дети Ханум. А ее бедную молния рассекла. Да благословит ее Аллах. А муж ее, Башир? Башир не вернулся с войны. Ты чем-то испугана? Нет, нет. Ты просто мне напомнила одну женщину. Сожгли ее. За что? Ходил слух, будто она украла кольцо у старой Нужан. Дорогое было кольцо. Об этом ауле до сих пор помнят. Ты побудь одна, я сейчас схожу за молоком. Ой, Аллах! И тогда мне показалось, будто это не мальчик, а девочка. Я чуть с ума не сошла. Ты говорила кому-нибудь об этом? Нет, нет. И не надо. Опять шайтан попутал. Мне только два человека. Не дам. Подпишите у председателя. Ну, подпиши два человека. Не дам. Предупреди ребят, что побыстрее делали. Понятно. Ну что? Что там? Хорошо, хорошо. Я сейчас приеду. Ну как же, Касум, отстань. Салам. А, Муслядай, ты зачем? А вот привела женщину. Хочет вступить в наш колхоз. И кто же ты будешь? Странница. Интересно.
Где же ты странствовала? Может, в Мекку ездила? В Мекку я не ездила. Я работала. На консервном заводе, на нефтяных промыслах. Вот моя трудовая книжка. А ты говоришь, в Мекку. А что ты можешь делать в колхозе? Все, что надо. Электродойку знаешь? Знаю, я работала в совхозе. Ну, может, сразу приступишь к работе? Я... Халатик выдадим, косыночку. Хоть сейчас? Пошли, я вас подвезу. Касум, направь ее в мою бригаду. У тебя людей хватит. Хорошо, встретимся. Будь здоров. Пока. Вот таким он мне и запомнился. Ну, мне пора. Оставайся у нас, бабушка. Ведь тебе все равно, где жить. У вас? Конечно. И мне с вами будет веселее. Пойдем, я помогу перенести вещи. Здравствуйте. Вот она нравится моему Мирзабеку. Это которая, дочь председателя? Да. Уж больно строптивая. О, в руках джигита даже самая строптивая лошадь становится покорной. Не то что жена. Интересно, что он поделывает? Сходи, посмотри. И схожу. Одна к парню? А что скажут люди? Пусть говорят, что хотят. Вернись, дура! Ты зачем? Разве гостю задают такой вопрос? Не задают, но... Я пришла узнать, что ты делаешь. Сапоги починил. Скоро поеду на пастбище. Почини мне туфель. Вбей гвоздик. Ну, вбей. Я прошу. Еще один. Ой, засиделась я у тебя. Это платок Джафара. Я знаю. Джафар тебе нравится?
Отец дома? Дома. Папа, к тебе. Не дадут спокойно пообедать. Входите. Салам. Салам. Садитесь, гости дорогие. Угощайтесь. Спасибо, спасибо. Пусть наш приход не удивляет вас. Видишь ли, Касум, у нас есть жеребец. Ему нужна уздечка. Если я правильно понял, то вы пришли сватать мою дочь за Мирзабека. Ну что ж, нужно же знать и ее мнение. Зейнаб, зайди-ка сюда. Я хочу знать твое мнение. Ты же ведь отец. Вы же сватаете не меня. Ты согласна стать женой Мирзабека? Мирзабека? Никогда. Вот так, гости дорогие. Ну что? Опозорена твоя папаха. Да и не только твоя. Забудь о ней. Мало ли. В ауле девчонок. Мне нравится только она. Тебе нужна жена послушная. Чтоб она была, ну, как моя папаха. Хочу одену, так? Хочу так, хочу брошу на пол. Как ты смеешь, женщина? Что? Ничего. Видишь, какая у меня жена горячая. А ведь ее родители отказали моим сватам. Но я ее похитил. Старый хвостун! Если бы я не захотела, ты бы никогда не похитил. Замолчи! Похитить? А мне за это не будет? А если сделаешь шумно, то нет. Ты почему не торопишься, Мирзабек? Да понимаешь, врачи задерживают. Ну, я догоню вас. Догоняй. Береги себя, брат. Храни тебя, Аллах.
Ты уже уезжаешь? Да, уезжай. Почему не зашел попрощаться? Ты на меня обиделся. Но ведь я им отказала. Боюсь я за тебя. Здравствуй. Ой! Пусти! Пусти! Что же ты делаешь, негодяй? Держите его! Держите! Помогите! Держите его! Держите! Сто двадцать одна. 1580. Правильно. А вот еще. Касум! 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 Мирзабек увез Зейнаб в горы. Да пойми же ты, Мирзабек увез твою дочь. Что? В ту сторону. Подлец! Негодяй! С этим негодяем ты теперь связана на всю жизнь.
Где ты? Зайнаб! Где ты? Ну что? Ничего. Только пятно похищения. Теперь у тебя только два выхода. Или выдать ее за Мирзабека, или отправить из аула. Это не выход.
Тогда потолкуй с ним, пристыди. Черная овца от мытья не побелеет. Косум, я бы его. И это не выход. Давайте работать. Поехали. Поехали. Сдавайся, Идрис. Да нет. Салам, ребята. Салам. 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 Вылечился? Да. А что у тебя тут? Уснул в седле и засук. Где моя койка? Вот. Мать. А ну садись, мерзобег. Да нет, я устал. Боишься? Я? Его? Тебе уже не отыграться. Не отыграться, говоришь? Ну что ж, зато я выиграл в другом. Зайнаб теперь моя, я ее похитил. Смеяться вздумал? Щенок. А ну-ка ложитесь! Здесь 20 000. Мы ждем слова. Моя дочь не продается. Вон. Ты нарушаешь адат? Для меня один адат. Закон советской власти. А ты подумал о том, что твою дочь теперь никто не возьмет в жены? Вон! Косу!
Рабочий день придет. Двери счастье принесет. Поет, а? Стыда в ней нет. Здравствуй, тетушка Сувар. Когда будешь женить Мирзабека? Будь проклят тот день, когда ты втравил Мирзабека в эту историю с похищением. Она принесла нам только позор. Стоит мне показаться на улице, как каждый встречный спрашивает, когда будет свадьба? А что я отвечу? Отвечай, что Касум согласен выдать свою дочь за Мирзабека. Но ведь это же ложь! Ложь. Давно замечено, любая ложь может стать правдой, если в нее поверят много людей. А если Касум узнает? Он обязательно узнает. Теперь его будут спрашивать, когда свадьба. Посмотрим, что он ответит. Только не вздумай сболтнуть, что это я научил. А, Сувар, когда же свадьба? Скоро. Касум дал слово выдать свою дочь за Мирзабека. Да ну! Что там случилось? Касум дал слово выдать дочь за Мирзабека. Что-что? Касум дал слово выдать дочь свою за Мирзабека. Фатима, ты слышала новость? Касум дал слово выдать свою дочь за Мирзабека. Ну? Сосед, а сосед, ты слышал новость? Касум решил выдать дочь свою за Мирзабека. Не может быть. Эй, Абдулла! Бабы болтают, будто Касум решил выдать свою дочь за этого прохвоста. Врут. Что-что? Да вот говорят, что председатель будто решил выдать свою дочку за Мирзабек. За Мирзабека? Ой, Касум решил выдать дочь за Мирзабека. Касум дал слово выдать свою дочь за Мирзабека. Что? Слушайте все. Председатель свою дочь выдает за Мирзабека. Не может быть. Да чтобы отсох мой язык, если я говорю неправду. Ой, надо сообщить нашим. Но этого же не может быть. Я может не верю. Быть. Все может Врут быть. Врут все это. Все может быть. Не может быть. Да пусть отсохнет мой язык. Весь аул только об этом болтает. Что ты зубы скалишь, бездельник? Что? Успокойся, Гарун. Успокойся. Куда путь держит, Джафар? Я? Не знаю. А, узнала Зайнаб. Это же ложь. Я убью Мирзабека.
Он поступил по обычаю, и я поступлю по обычаю. Ты понимаешь, что значит убить человека? Ты понимаешь, что ты говоришь? Выбрось эту дурь из головы, пока она не довела тебя до несчастья. Слышишь? Слышу. Вот, скоро ты вернешься в аул, увидишь Зайнаб и скажи. Нет, я ее никогда не увижу. Да подожди, ты выслушай. Дурак. Значит, и к вам долетел этот слух? Долетел. И кое-кто поверил. А ты? Я нет. А вот Мирзабек поверил. Джафар поверил. Джафар грозится убить Мирзабека. Этого еще не хватало. И так каждый день только слышу, когда свадьба, когда свадьба. Кто пустил этот слух? Гамзат. Точно знаешь? Догадываюсь. Да. Помнишь, как мы дрались за жизнь Айшат? Тогда нас было мало. А их? И то мы не сдались. Так неужели сдамся теперь, когда нас стало много? Ко мне приходили наши коммунисты, комсомольцы, простые колхозники. И все в один голос. Не выдавай дочь за этого прохвоста, не выдавай! И не выдам. А за Джафара? Пусть решает сама. Машина готова. Едем. Ну, я к полеводу. Ты все-таки позвони на зимовку. Пусть последят за Джафаром. Позвоню. Алло. Дорогая, соедини меня с зимовкой. Айшат! Проехал Касум мрачный. Как он не старался обойти Адат, ничего не получилось. Чудак! Постой. Ты что? Хочу посмотреть твое кольцо. Если не ошибаюсь, тебе подарил его Башир за то, что родилась у него дочь. Какая дочь? У него родился сын. А по-моему, дочь. Валах, сын! Не кричи, я не глухая. Я все знаю, Мусли. Узнаешь? Это кольцо Нуржан. Верно. Что же ты от меня хочешь? Хочу, чтобы ты теперь не молчала. Ой. Ой. Следуй. К
Кого ты приняла у Ханума? Девочку. Видит Аллах девочку. Зачем ты рассказала? Зачем? Теперь ты можешь отказаться от своего слова, которое ты дал Мирзабеку. Я не давал слова. Не отпирайся. Знает весь аул. Это клевета. Зачем? Зачем я рассказала об этом? Я хотела помочь вам. Ух ты, коня заслужил. Заслужил. Как дома? Все в порядке. Айша тебе угощение готовит. Здравствуйте, товарищи чабаны. Поздравляю вас с успешным окончанием зимовки. Приездом, сынок. Посторонись, председатель. Я устал с дороги. Она совсем не похожа на невесту. Появляется на людях, поет. Смеет? А что, и плакать, что ли? Она все равно знает, что я на ней женюсь. Да, где она есть? Здравствуй, Джафар. Здравствуй. Ты не хочешь со мной разговаривать? Что прячешь в глаза? А ну смотри на меня. Уйди, если нас увидят, тебе будет неприятность. Пусть видят. Thank you.
смел поверить сплетни. Да даже если бы это была правда. Пойми, ведь не отец решает мою судьбу. Я сама. Это ты так бережешь честь своего жениха? Ты мне не жених. Прочь отсюда, неверная. Не тронь ее. Ах, вот оно что. Если ты мужчина, не прячься за женщину. Щенок. Двое дерутся, третий не лезет. А ну, Мерзобек, дай ему! Разними их! Бегите! Скорей! Остановитесь! Разнимите! Решайте! Это цигинский поединок! Твою дочь, мою невесту. Да я замщу ему за все. Откуда ты взял, что она твоя невеста? Как откуда? Об этом знает весь аул. Ты не мужчина, Касум, вместо папахи. Повяжи платок. Позор! 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 Слово свое не держишь. Разве можно тебе верить? Хватит. Ты слышала от меня слово? Нет, я слышала от Патимат, а мне сказала Рагимат. А мне сказала Аминат. А мне Маржанат. А это мне Сувар сказала. Когда я тебе давал слово? Ну, отвечай. Это он! Он научил меня, Гамзат! Я так и знал. Так кому же из нас позор? Мне или тебе? Уходи. И ты уходи. Только не по той дороге, на которой толкает Гамзат. На той дороге споткнулось много людей. Это дорога лжи, лицемерия и преступлений. Об одном из них мне поведала Айшат, которую когда-то пытались сжечь. Она жива. А и вправду Айшат. Айшат? Мы слушаем тебя, Айшат. Страшный грех мучает меня долгие годы. У Касума родилась не дочь, а сын Джафар. Я подменила детей для того, чтобы сохранить семью Башира. Он поклялся прогнать Ханум, если родится четвертая дочь.
это послужит вам уроком, люди. Хватит адатов. Хватит предрассудков, хватит суеверия. Небо над нами должно очиститься навсегда от мрачных туч прошлого. Ну, а вы решайте сами. Как решите, так и будет. Пойдемте, товарищи, отсюда. А что ж теперь со мной будет? Иди в сад. И ты тоже иди. Хорошо. Я ворота закрою. Ну что ж вы стоите? Идемте, у меня все остынет. Идемте.